Хочу показать вам людской трафик по пути к озеру. Морское око, по-моему. Вот эти все люди. И там впереди все это прям до конца. Километров 8 так идти. Ну, посмотрим. Идти примерно еще километр с лишним. Тяжковато. Тяжко. Блин, этот подъем когда-нибудь кончится или нет? 8 километров вперед. Вверх. Там должно быть что-то реально стоящее. Вот она, финальная точка. То самое озеро, до которого пилить часа 3, наверное. И вон туда мы приходим и обходим вот это вот озеро. Суровые скалы и красивое озеро и водопады. Как я буду возвращаться назад? Не представляю. Очень могучая природа здесь, очень могучая. Господа, это тяжко. Сюда идти реально часа 3 от остановки. Выматывает. Ну, красиво. И мы идем обратно. Та же самая первомайская демонстрация, только в другую сторону. Мои коленки убиты, а мое состояние так себе, как будто бы заболел. Вот же ж досада. А это все из-за дождей, потому что первые пару дней в Варшаве было солнце и жарко, а потом каждый день были какие-то дожди. Погода. Вообще, я еще хотел пойти тропой 5 польских озер, но, во-первых, она закрыта, во-вторых, мое состояние так себе. Поэтому в этот раз не получается. В следующий, может быть. А пока вот это. И еще раз хочется отметить, что такого потока, нескончаемого потока туристов в обе стороны и туда,
и обратно я в горах ни разу не видел, потому что и здесь, и там это все идут люди. Вот. При том, что это место не очень легко досягаемо. Приходится ехать из города, там еще идти, блин. Интересно. Для ленивых есть такие повозки. Стоят 30 злотых. И на них можно доехать примерно до конца, до стоянки. Вот. Но я хотел взять, но посмотрел в кошелек, у меня там только 20 злотых, и обломился. Иду пешком. И тут меня осенило. Наверх надо было забираться на лошади за 30 злотых, чтобы не убиваться в хлам. За 3 часа, блин, подъем этого. А вниз-то можно спускаться и пешком. А вниз быстрее и легче там. За 1,5 часа можно дойти. Думать надо.